друзья, с вами канал ДТВ, а я Доминика, кто не знает. Вот, я это купила, все это драгоценность в деревне, это стоит 289, а это 90 рублей. Давайте приступим к начале клуба. Вот, смотрите, тут написано LOL Surprise, это там штука. Еще тут всякие разные лолы. И тут. Ну все почти одинаково. Вот. Давайте приступим открывать. Тут у нас такая коробка. Ой. Фарик. Шарик. У нас голубого цвета. Так. Вот тут у нас нарисовано, что связано с Гого там. И все такое. Снимаем первый слой. Тут у нас. Так, тут ничего нету. Тут тоже. Давайте снимаем второй. Тут у нас бедно-розовый шарик. Так. Так, розовенький. Так, тут у нас опять ничего нету. Так, снимаем этот слой. Смотрим, как верим слой. Шарик. Трудно открыть. Это могилочка. И открывается. О, открылась. Вот так вот открывается. Вот. Тут у нас какая-то там штучка. Это чтобы шарик висел. Тут у нас пакетик. Нет, там что-то нет. Нет. Тут у нас. Ой. Куколка красивенькая. Там кельца. Так. Тут у нас ее сумка. Тело, одежда. Но мне эта подделочка вроде бы нравится. Прикольно. О, так она смотрится. Такая вся гламурненькая немного. Так. Так. Тикс-тикс. Одеваем. Так она у нас смотрится в своем костюме. Так, еще у нее есть тут очки. Я же говорю, она гламурная. О. Ботаник Терапи. Вот, надеваем ей свои китайские ботинки. Это же видно, потому что она из Китая. Бутылочка. И вот это вот такое. Наше видео еще почти не подошло к концу. Это еще не конец видео. Да-да-да. Не забудьте поставить лайк. Текс. И теперь слайм. Тут у нас такой слайм зеленый. О! Видите? Классно. Давай достаем слайм. Так. Тут у нас такая штука на крышке. О, это тут наш слаймик. Слаймик нормального качества. О, пахнет неприятно. Давайте сейчас его вот так вот положим и достанем нашу игрушку. Тут у нас, по-моему, белка. Что-то там похожее на белку. Но я не знаю. Напишите в комментарии, как вы думаете, что это за зверь. Так, давай положим обратно. Все, наше видео подошло к концу. И всем пока-пока. И подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.